Два мощных укладочных комплекса и порядка 50 спецмашин. На Старозагорье продолжается комплексный ремонт. На участке от Воронежской до Ташкентской заменят 2 километра дорожного полотна. Рабочие уже сделали выравнивающий слой, теперь укладывают верхний толщиной в 6 сантиметров. Перед тем, как начать устройство нового покрытия, в ослабленных местах основания дороги укладывают дополнительный слой, тем самым усиливая его. Он сделан из высокопрочного материала, срок службы, соответственно, больше, потому что нагрузка трафика увеличивается как бы с каждым годом. Поэтому и гранитные материалы используются, высокопрочные, и за счет этого срок службы асфальтобетонного покрытия увеличивается. Комплексный ремонт Старозагоры проходит по национальному проекту «Безопасные качественные автомобильные дороги». В 2019 году сделали ремонт сверхплана от Советской армии до Воронежской. Сейчас продолжается второй этап до Ташкентской. Помимо обновления асфальтового покрытия, здесь запланировано сделать остановочные карманы, новые парковочные места, отремонтировать инженерные коммуникации и тротуары. Хочется особо отметить комплексный подход к ремонту, когда выполняется ремонт проезжей части, а в обязательном порядке ремонтируются тротуары, то есть заменяется асфальтобетонное покрытие. Вместе с тем замене подвергают средства организации дорожного движения. Будут установлены пешеходные ограждения, дорожные знаки, выполняется устройство пандусов. Пандусы сделают возле пешеходных переходов и в местах, где предусмотрена парковка для маломобильных людей. Продолжат снижать нагрузку с проблемных перекрестков за счет расширения проезжей части. Дополнительная полоса для удобного поворота запланирована в районе улицы Димитрова. Горожан такие изменения радуют. Хорошо, что ремонтируют данную улицу. Хорошо, что ремонтируют сейчас Победу, насколько я знаю. В скором времени я стану водителем. И для меня это очень большой плюс станет, что дорога, по которой я езжу ежедневно, буду ездить ежедневно, будет в надлежащем состоянии. Улицу ремонтируют по контракту жизненного цикла, впервые внедренному в Самаре по нацпроекту в 2019 году. Суть в том, что один и тот же подрядчик производит ремонт, за свой счет устраняет гарантийные дефекты в течение 5 лет и содержит дорожный объект всесезонно в течение 3 лет. Полностью завершить ремонт Старозагоры запланировано до конца октября. Подрядчик работает с опережением графика и планирует завершить работу уже в сентябре. Лариса Шлафаст, Василий Колдашов. События.